360 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией развернут в Республиканском кожно-венерологическом диспансере. Об этом журналистам рассказала заместитель министра здравоохранения Республики Тамара Томаева. Сейчас в медучреждении идут работы по подготовке здания. Подводят кислород к каждой койке. Полностью ремонт планируют завершить в месячный срок. Замминистра отметила, что это никак не повлияет на качество оказания плановой помощи населению. Изменится только территориальное расположение медучреждения. Само здание кожвена вместе со специалистами будет перенесено в Дегорскую ЦРБ, в инфекционный корпус. А эндокринологический диспансер переедет в первый родильный дом, а первый родильный дом, в свою очередь, во второй родильный дом. Меры вынужденные, мы сами понимаем, что сейчас ухудшение эпидемиологической ситуации, поэтому было принято такое решение. В Министерстве здравоохранения призвали граждан не заниматься самолечением. При первых же симптомах ОРВИ обращаться к специалистам. Принимать какие-либо препараты только по назначению врача, во избежание возможных побочных эффектов.